Итак, приветствую, уважаемые на каналчике. Сегодня посмотрим с вами одну из новиночек. Ну, относительно, она вышла там, пару недель назад. Короче, в конце апреля она вышла. Называется Bell Ride. Колокольчик, то есть. Это почитал отзывы в Стиме. В общем, это смесь нескольких, в общем, многих разных выживалок, нескольких, многих, не суть. Я думаю, те, кто играет в игры такого жанра, узнают в этой игре от каких-то других что-то было взято, ну, судя по тому, что пишут люди в отзывах. В большинстве своих отзывы положительные, игра в раннем доступе. В общем, будем сейчас с вами разбираться. Итак, сразу идем в настроечки. Максимальный FPS. Что значит 144? А я не хочу максимальный. Я хочу неограниченный. Плохо. Ну, разрешение у нас 2К по умолчанию. Тут, кстати, видите, нету выбора. Так, дальше. Предустановка. Ультра. Предустановка у нас ультра, масштабирование, сглаживание, DLSS. DLSS на качество. Генерацию кадров пока не включаю. Хочу посмотреть, что у нас она. Размытие движения я отключаю, мне не нравится. Посмотрим, что без генерации кадров нам покажет. Эта игра. Так, применить изменения. Новая игра кооператив. Ну, кооператив мне пока не с кем. Будем играть одиночку. Итак, поехали. О-о-о, все как мы любим, да, у нас здесь имеется кастом. Ну да, лица, конечно, не совсем совпадают. Вот обратите внимание, здесь лицо какое. Вот давай переключим сюда. Но они одинаковые здесь все. Здесь они почти уже, ну, у женщин почему-то они одинаковые. Даже, ну, нам, наверное, не принципиально, да? Какой будет фейс? Вот такой, наверное, сделаем. Голова, волосы. Давайте вот так с хвостом. О, на Лару Крофт похоже, да? Что-то есть. Что-то есть. Наше имя. Пусть будет Клавдия. У нас Клава. Обычно женские персонажи. И все. Больше других настроек у нас не имеется. Ну, пока так. Ну, скорее всего, они добавят, так как это ранний доступ. Будет добавляться контент постепенно в игру. Так, поехали. Да, мы готовы начать игру. Мне вот очень интересно, что у нас покажет сейчас по FPS. Телеметрию я не выводил. Не знаю, не вижу смысла. Не вижу смысла пока выводить телеметрию. Ну, хотя, если у нас сейчас железо наше ляжет, то, наверное, я все-таки выведу, чтобы посмотреть, где у нас идет. Нет, у меня есть тут дополнительный экранчик, вы его не видите, он у меня тут слева от монитора стоит. Я буду видеть как бы все показания, буду вам озвучивать их. В общем, смысл средневековое выживание, то есть лут, крафт, строительство, бои, в общем, в таком плане все должно здесь присутствовать. Там люди писали, что типа какие-то механики взяты из Валхейма, какие-то из Медитериан, что-то еще откуда-то. В общем, будем сейчас смотреть. Будем смотреть. Кстати, напомню, первая ссылка в описании, телега. Добавляйтесь, подавайте, значит, запрос на вступление в группу нашего канала. Там вся важная информация.
проводятся голосования, в общем, анонсы, будем там проводить розыгрыши потом. До сих пор мне, кстати, я не знаю, почему ни один никто еще не написал, какую игру купить на розыгрыше, разыграть ключ на стриме. В общем, пишите в комментариях, какую игру вы хотели бы получить. Ну, естественно, должна быть подписочка на канал и самый такой маленький, скромненький лайк от вас. Ну, в принципе, это не категорично. Можете поставить дизлайк, если вам не нравится. Так, прогрузилась игрушка у нас. Разве это не смешно, как один маленький, короче, чувачок может там поменять историю, короче, бла-бла-бла. Ну, русского языка, я так понимаю, у нас нет, либо я в субтитрах в настройках его не дернул. Нет, здесь у нас интерфейс на русском языке. Так, ну, ребят, что я могу сказать? Значит, напомню, по железу 13400F у нас камень, 4070 видяха RTX, 32 гига DDR5 6000, и мы имеем вот в данную секунду 40 FPS. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так, хорошо, сразу идем тогда в настроечки. Так, Сень обвинила маленького-маленького. Давайте сходим в настроечки. Где у нас генерация кадров? Давайте включим, посмотрим. Применить, изменить. Так, игра. Настройки, игра. Язык русский стоит. Ну, озвучка, естественно, не будет русская. Отображать плавающие цифры урона. Да, давайте, да, чтобы видеть размер прицела. Средний. Отключить. Нет, не отключить. Включить набеги. Ну, пускай частота набегов. Пускай. Нет, да, сила набегов. Средняя, хорошо, пускай. Мы смотрим. Я думаю, видосик у нас будет не сильно долгий. Затягивать я его не хочу. В крайнем случае, если поставите хотя бы там 2-3 лайка. И потом мы в голосование в группе проведем. Мы можем ее на стриме попроходить, если понравится. Так, хорошо, применить. Так, ну, с генерацией кадров 66, 60. Ну, получается у нас оптимизация... В общем-то, пока так себе, я понял. Так считается, что Эден самая старая деревня, бла-бла-бла-бла-бла. Они хотели расширить, показать. История фольклор, сведения мир, деревни, регионы, история. Ну, короче, это я понял, это нам дают информацию. Так, хорошо, что нам нужно делать? У нас пока поговорить с Добран Йорклин, старейшина. Где это чудо должно находиться? Волосики, конечно, ребятам надо дорисовать. Я имею в виду поработать. Так-то вроде как что-то и смотрится более-менее симпатично. Угу. Так, хорошо. Инвентарь. У нас есть обмундирование, у нас есть быстрое создание, древесина, грубый камень, факел, примитивная дубина. У нас есть что покушать. Нет, это уже у нас потреблено, это то, что мы скушали. Это то, что мы уже съели. Хорошо. Хорошо. Где нам древесинку взять, пока не знаю. Сейчас будем искать. Сейчас будем искать. В общем, в 2К на ультрах, ребята, с генерацией кадров у нас имеется вон костерчик. А как тут? Мы не можем пока с ним, да, никак взаимодействовать. С генерацией кадров у нас 65-70
60 FPS, без генерации 40 минус, на ультрах в 2К. Ну, Full HD, я думаю, там где-то кадров 60 было бы, без генерации кадров, опять же, на ультрах. Но, опять же, это все в зависимости от того, какое у вас железо. Я как бы по своему железу, да, сейчас говорю. Так, стоун сбор урожая. Это камень, палка, сбор урожая. То есть, то есть мы просто левой кнопкой мыши, да, собираем. Не на Е, не на F. Кстати, а что, камень не исчез? Грубый камень 4. Я не знаю, сколько нам надо. Так, мы можем... Подожди. Для топора нам нужно... нам нужно древесины побольше. А где у нас древесина? Тут одни камни. Рубить дерево мы не можем. Нам нужно больше палочек. А тут камушки. Лен. Давайте соберем лен. Еще лен соберем. По-любому нужен будет. Лен. Клен. Клен. Ну вот как-то мне кажется, что кривовато сделано, то есть вот сам вид, да, от третьего лица. Вот такое впечатление, что ее героиню, да, персонажа можно было чуть поднять повыше, ну то есть опустить камеру. Потому что если мы смотрим четко ровно сзади, да, параллельно земле, мы ничего не видим, что на земле находится. Если мы поднимаем чуть выше... Мы видим ее макушку. Ну, такого, наверное, не должно быть, как мне кажется. Не очень это привычно. Лен соберем. Где древесина? Где палки? Камней до хрена. А где палки? Вот палка. А палок у нас мало, да? Или мы не там ищем? Нам нужно 6 палок для топора. Да, еще надо конкретно вот посмотреть, курсора у нас, ну, имеется в виду, типа, прицел, да, курсора у нас нету. Ягодный куст. Ягодки мы соберем однозначно, это мы их, так, я так понимаю, будем кушать. Будем ням-ням-ням делать. Ням-ням-ням делаем. Так, хорошо, ищем палки. Сколько нам еще нужно? Еще 2 палки. Топор в обязательном порядке. Без топора... Вот они, наши палочки. То есть они как-то так кучками, да, валяются. Ой, мушка жужжит где-то. Лягушечка квакает. Опять мушка жужжит. Здоровье, ранение. Сон полностью восстанавливает ваше здоровье. Когда вы или ваши спутники проигрываете битву, они возрождаются, они становятся ранеными на определенное время. Если они снова проиграют до исцеления, они умрут навсегда. Травмы накладывают различные негативные эффекты. Я понял вас. Я понял. В общем, если нас отмудохают, нам получается, мы будем ранены. И нужно будет как-то саженец. Ух, нихуя. Вообще, что сзади кто-то ходит. Мы будем ранены, и нас, если еще раз приделают, то это получается все, гейм овер. Ну, это... Или это не нас касается. Так, опа. Подгрузочка пошла. Палки, 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 палки. Палки. Ну, палки это скорее бревна, а не палки. Так, инвентарь полон. Вот, да, наш инвентарь. Хорошо, давайте топор сделаем. Удерживаем просто для создания. Сделаем факел. И сделаем примитивную дубину. Так, хорошо, теперь мы дубину ставим на первый слот. Нет, это факел, пардон. Ну, что за хрень? Дубина первый слот, топор второй слот, факел третий слот. Почему факел не ставится? То есть мы только два чего-то можем поставить.
Так. Не совсем понятно. Ну, факел, если на... Стоп, вот он, зачем я... А, не ставится. Хорошо, ладно. Дайте мне топор, а ну посмотрим, как она машет. Ха! Ха! А, вот и курсор у нас появился, да? F. Добыча древесины. Выпавшие предметы. Откуда она взялась? Так, ладно, хорошо, пойдем по... Нам нужно поговорить со старейшиной. Так, где наша... А, вижу, стамина сверху слева. Херден. Ёлочки. Маленькие ёлочки у нас имеются. Так, деревня. Мы прискакали в деревню. Так, камни. Не, ну так, на первый взгляд, вроде как красивенько. Ну, понятно, тут как бы над модельками еще немножко, над текстурками. Моделька вроде более-менее нормально шевелится. Правда, как-то так не особо быстро приторможено. Ой, котик. Кот, погладить. F. Ну. Ну вот, видишь, я не могу. Им надо камеру, им надо что-то с обзором сделать, потому что... Вот я хочу котика, нет. Да, им нужно камеру опустить вниз. Им нужно опустить немного камеру вниз. Да ну не немного, а прилично. Ну, где наш старейшина? Что у нас тут? Похоже на верстак на какой-то, но мы ничего с ним не можем, да, пока? Пока мы с этим стули. А ну, тетя, иди сюда. Ух ты, я дал ей по... Ой-ой-ой! Ой, это было зря. Нет, ребята, простите. Я не хотел, я не знал, почему меня убили. Угу. То есть мы потеряли весь лут, но у нас остались наши... Да, и жизнь, по-моему, уменьшилась или нет. ХП. Или мне показалось. Короче, лут мы потеряли. Я надеюсь, мы его подберем сейчас. Сундучок сохранится там. Так, что-то подтормаживает как-то. Фризы. Какие-то фризики непонятные. Стамина очень быстро заканчивается. Так, проведите мыши влево, вправо, вверх, вниз. Нажмите одновременно, чтобы выполнить направленную атаку. Правую кнопку для блока. Удерживайте левую кнопку, выполнить сильную атаку. Наблюдайте за врагами. Так, это понятно. Ну, как-то нам теперь только это показали. Ну... то есть тут еще ты видишь куст, я не могу собрать, принадлежит близлежащей деревне. А, так они меня будут, они там все злые на меня. Я не могу туда идти, они меня прибьют. Они все это, ай-яй-яй. И, наверное, поэтому я ягоды теперь не могу собирать. Да, вот какие-то такие лаги, баги, фризы. Лагает немножко. Немножко подлагивает. Слушай, а если мы настроечки немножечко, ну, допустим, DLSS поставим на баланс. Сейчас мы найдем то, что нам надо. Да. В смысле? Короче, сохранил, называется, ну, настройки, выкинула нафиг. Ладно, хорошо, продолжить.
давай продолжим. Сейчас мы поставили DLSS на баланс. Убрали с качества, перевели на баланс. Глянем сейчас, что она нам покажет. Следующим шагом попробовать можно вообще без DLSS. Без DLSS. Да, конечно, не очень радует, что начинают делать такие требовательные игрухи. То есть, ну, под железо, да, грубо говоря, последней серии практически. Не топовая, да, но все равно. Посмотрите статистику в Steam, у нас там, ну, не знаю, большинство людей сидят еще, то есть, ну, на первом месте там по использованию в процентном отношении, там, по-моему, порядка 20% на 30-60 перешли, но опять же там и 16-50 она в первой тройке, по-моему, была раньше на первом месте. Много ли, ну, короче, это больно по железу. Для того, чтобы поиграть в новые игрушки, приходится, ну, получается, нужно вообще непонятно, какое железо покупать. Это не очень, конечно, хорошо. Но, опять же, это ранний доступ. Это у нас ранний доступ, поэтому, возможно, что-то поменяется. Но, честно говоря, изменений я не вижу. Те же 70 FPS. Те же 70, 68. Так, тетя у нас ходит по воздуху, да? Угу. Понятно. Понятно. Побежали. Короче, я их сагрил, да, жителей деревни, но я не специально. Ну, в любом случае, мы теперь будем знать, что это так работает. И они на меня обиделись. Во-первых, я сейчас подойду, они меня, наверное, будут мудохать. И получается, я теперь не могу собирать на близлежащей к деревне территории ягодки. Так, в воде мы очень медленно ходим. Пень копать. Неправильный инструмент. Копать. Не понял. Копать мы не будем. Хорошо, но если они с нами не дружат, как мне поговорить со старейшиной? О, коровки. Сейчас посмотрим, что с коровками. А куда вы пошли? Коровки. Вы что из загона уходите? Коровки ходят как-то пока по квадратным траекториям. А если я коровку чебурахну, они на меня тоже сагрятся? О, ну сейчас они про меня вроде забыли. Смотри, вон они ходят. Видишь? А ну, мы можем полялякать. F. Не будет разговаривать. Уберите оружие. А ну, теперь. Кузнец. Я сегодня не принимаю новых заказов, приятель. У меня и так полно невыполненных приказов. Достаточно справедливо, да? Хорошо. Так, попытка номер 28. Нам нужно поговорить со старейшиной. Да, есть еще, конечно, чувствуется сырость, так сказать, сыроватость. Но... А ну, стоять. Извините, я занят. Идите к старейшине, он должен вам помочь. Вот это по-нашему. Увидимся. Еще 100%. Вот, но будем наблюдать, смотреть, как товарищи-разработчики будут, так сказать, ее усовершенствовать. Что они...
как часто будут выходить обновы, патчи, там фиксы и всякое такое. Ты старейшина? Разбойник. А ты чё тут разбойник делаешь? Торговец. Не понял, где старейшина. Кот. Кота мы уже гладили. А я могу приседать? Нет. Приседать я не могу. О, волки. Предатели. Выборы. Угроза, героизм, налоги, солнцестояние. Так, ну это все в журнале, я так понимаю. Ваш лорд ВВБ поставил вознаградить тех, кто разоблачит предателей нашего королевства. Если вы раскроете вероломный заговор, щедрая награда, золото, серебро. Хм. Так, выборы, угроза, героизм. Короче, бла-бла-бла, вот нам это все рассказали. Старейшина, давай. Думаю, нам нужно поговорить, путник. Ты здесь новенький, а появление новых лиц редко заканчивается хорошо для этой деревни. Мой долг перед деревней превыше всего. Мне нужно знать, кто ты и зачем ты здесь. Так, я не желаю вам зла, я пришел в низменности в поисках ответов. Простите, я сделал что-то... Да, опа, опа. Тети подтянулись. Ищите ответы. В идеальном мире я мог бы дать вам всю необходимую информацию, и вы бы могли отправиться в путь. Но говорить открыто в наши дни может быть смертным приговором, пока ты задаешь вопросы, подвергаешь нас опасности. Так, у меня есть твое разрешение остаться в деревне на время. Должен признаться, я не ждал такого, что мне теперь делать. Это не моя проблема, а не проблема Херендина. Иди и построй себе убежище где-нибудь, если ты настаиваешь на том, чтобы остаться в неизменностях. Возвращайся, когда устроишься. И, возможно, ты сможешь заработать на жизнь. Я так и сделаю. Я планирую заслужить ваше доверие, так или иначе. Да, вот так. Так, построю личный шалаш для себя. Подожди до завтра, чтобы... Так, строительство Б, хижина на земле, ресурсы, вы не можете слишком близко, так, я понял, хорошо. И подождите завтра, до завтра, хорошо, пойдем построим шалаш. Так, где нам, нам нужно, наверное, где-то повыше найти, слушай, а деревня большая, да, получается? Ну да, не маленькая карта. И карта не маленькая. Лагерь бандитов, лагерь разбойников. Ой, ой-ой-ой. 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 Вау. Та, ребятки, так тут будет чем заняться, я так понимаю, на долгое-долгое время, да, нам контента хотят накидать. Ну, посмотрим, хорошо. Так, идем вот туда, наверное. Так, ладно, хватит мне там рассказывать, бла-бла-бла. Принадлежит деревне. Лен, принадлежит деревне. Нам нужно отойти на расстояние, где мы сможем собирать ресурсы, где оно не принадлежит деревне. Ну, хотя странно, да? Кусты, казалось бы, камень. Ну, нахрен он нам нужен? Я его не могу подобрать. Принадлежит... Принадлежит деревне, оказывается. Так, вот, здесь я уже могу собирать. Древесинка. Рубить дерево. Так. Подожди, давай поставим шалаш. Вот здесь, наверное, под горой где-нибудь. Где-нибудь, я думаю, вот. Сейчас посмотрим, какого размера будет личный шалаш. Так, разместить строительную площадку. На склоне не ставится он. А вот здесь ставится, да? Ну, отлично. Добавить строительный материал, построить шалаш. Так. Тихо. Так, а почему нам не показано Б? 10-6. А как узнать, сколько осталось?
что у нас тут армия? Добавить отряд, соратники. Сила, статус, роль, рабочий. Статус, сбор. Боевые характеристики, приоритеты работы. Ну, и как его добавить? Непонятно. Вербовка. Видно, пока мы не можем. Поселение. Личный шалаш. А. 6-8. Ну, а сколько вложено? Ладно, короче, сейчас пособираем лен. Бабахнем древесинку. А ну. Мяк. И а где соратник? Я его не вижу. У меня внизу есть вот приказ R атакует Q следовать. Но у меня никого я не вижу. Е приказ, я не могу отдать приказ никакой. Странно. Или он может, или он ко мне подтянется потом. Но на мини-карте вроде как светится, что он с нами. Хорошо, как мне это дерево забрать. Странно. Пока все очень странно и непонятно. Хорошо, древесинка есть у нас. Добавить. Не. Еще надо, да? Хорошо, давай еще. Ну какой пень копать, когда у меня ягодный куст? А, он там пень в кустах спрятался. Очень интересно. Нет, ну так, в принципе, хочу вам сказать, потенциал есть. Потенциал заметен в игрушке, если они ее не закинут, я надеюсь. Бревно взять, инвентарь полон. Так, ягодку мы употребили. Пока вот не совсем понятно вообще. Личный шалаш. Построить часть. Не. Блин, а сколько сюда надо? Я не понимаю. Подожди, у меня есть еще древесина. А, надо на точке, что ли, подходить? Или как это? Нет, древесина закончилась. Построить часть. Тоже как-то непонятно все это сделано. Так, древесинка. Хрен. Ну, пока корявенько. Пока это корявенько. Или тут очередность. Я не понимаю, как это все работает. Добавить строительный материал. Пардон, отвлекся. Добавить дерево. Блин, я пока... Просто мне тут звоночек был. Звоночек. Мне нужно было ответить. Вот я когда бью по дереву, оно мне добавляется? Ни хрена. Так, древесина 3, 4... Наверное, надо сразу побольше подрубить. Ну, построить часть.
Не, ну со строительством им тоже надо что-то делать. Вот это вот бегать вокруг точки какие-то искать. Это хуетень. Ой, извините за выражение. Это хрень полная, так не должно быть. Это, ну, я считаю, это неправильно. Короче, и стемнело. Ну все, я сейчас... Где мои соратники? У меня указан соратник, я его не вижу. Оловянная руда. Так не, у меня, смотри, сколько древесины. Мне этот надо. Лен, да, или что получается? Че они от меня хотят? Здесь лен хотят, здесь лен хотят. Тут тоже лен хотят. Здесь палочку. Здесь лен. Короче, три льна. Ну, а теперь в темноте. Подожди, ну у меня же есть факел. Вот. Пойдем искать лен. Лен, лен, лен. Зима за облаками. Блин, блин, блин. Я его теперь хрен найду, да, получается? Да, ему нужно опустить камеру. Нужно убрать вот этот кривой. Кривой саженец. А ну. А, так это просто древесина. Вот это вот строительство кривое надо убрать. Оно не годится. Так, оловянная руда. Где лен? Меня сейчас по-любому какие-нибудь волки от этого. От чехпыхают. 100%. Камень. Блин, я пока отвлекся, потемнело. О, грибочки. Грибочки. Ну, где мне этот лен искать? Блин, а где мне искать теперь мой шалаш? А, вот он, личный шалаш. Кодекс, фольклор, история, заметки, сведения, мир общий, армия. Ну, где он? Работа, сбор. Хорошо. Как его завербовать? Или нету его еще? Или некого вербовать? Ни хрена не понятно. Палка. Не нужна мне палка. Мне нужен лен. Блин, 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 блин. Не, ну тут я уже ничего не соберу. Тут это территория... деревня. Вот вроде как бы уже, да, затягивает. Вот интересно, вот хочется поиграться. Светлячки летают. И сделано вроде. Но над оптимизацией поработать, и все будет чики-пики, я думаю. Но вот, вот эти вот пока сырости, эти кривые моменты в игре, они, конечно, ну, естественно, расстраивают. Но, опять же, ранний доступ. Но, опять же, скажу свое мнение. Я не раз его озвучивал. Я думаю, это не только мое мнение. Вот это пошла последние годы мода у разработчиков. Ранний доступ... за деньги тестировать на игроках. Это, конечно, хрень полная. Это надо запретить на законодательном уровне. Давайте демку, давайте какую-нибудь бету и тестируйте. А потом берите с людей за это деньги. Кто согласен со мной, лайк и комментарий по этому поводу. Кто не согласен, поздравляю. Поздравляю, вы молодец. Темнело как-то. А, вот у нас есть время внизу. Справа возле мини-карты у нас есть время. Я понял. У нас указывается
территория, на которой мы находимся, да, северный спуск низменности, время суток, день, ночи, мини-карта. Ну где мне этот лен искать теперь? Ёшкелемене! Не, ну это жесть. Камней, конечно, как гавн. Это лен? Это лен. Это лен? Это лен. Инвентарь полон. Какого хрена? Так, где мой инвентарь? Ягодку съесть. Ягоды портятся, да, я так понимаю. Камень. Перетащить и бросить. Раз, нахрен. Два, нахрен. Грибок съел, не знаю, правильно, неправильно. Давай древесину вот эти повыкидываем. Так, лен. Лен, лен, лен. Подожди, а где? Не понял. Я его собрал. Мне написали, нет места в инвентаре. И он исчез? Что это? Сумка, какая добыча тут? Лен. Какого хрена? Я лен не выкидывал. Сумка с добычей. Я лен не выкидывал. Какого, извиняюсь, хуанхэ происходит? Чё за кидалово? Чё за швырялово кидалово? Где лен? Мне нужен еще один лен. Мне нужен срочно еще один лен. Какие-то маки. Блин. Блин, 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 блин. Хреново. Хреново. Хреново, что как бы тут режим, ну, по сути, да? Конопля! Конечно! Сбор урожая. Осуждаю, конечно, наркотики. Конопля. А! Факел сдох. Не, коноплю мы соберем, ну, на всякий случай. Конопля, конопля. Инвентарь полон. Какого хрена, спрашивается? Подожди, давай я повыкидываю ягоды. Я их до хрена сильно накидал тут. Конопельку некуда складывать. Так. Здание. Так, древо технологий. Ва-я, какое у нас древо технологий. Маленькая хижина. Это пока все закрыто. О, нихуа, смотрите, вот это все. Вот у нас как мини-карта древа технологий. Нихуа. Нихуа-хуа. Короче, очень, очень интересно будет. Мне кажется, это будет очень интересная игруха. Как мне его... Как мне его починить? Левая рука, скорость, длина. Хорошо, давай его выкину. Поселение, здание, технологии, армия, журнал. Факел. Давай мы создадим факел. Ну да, 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 кривовастенько пока. Пока кривовастенько, но в принципе, я так понимаю, конопля. Слушай, ну тут кто-то плантарь высадил. Да, видео, наверное, в название обязательно вставлю. Момент. О находке запрещенных, так сказать, веществ.
Ну, опять же, в каких странах запрещено, в каких разрешено. Сейчас вообще хрен поймешь, что в мире происходит. Тут можно, там нельзя. Тут это хорошо, там это плохо. Короче, каждому свое. Там мы в деревню пришли. Стоп, где моя карта? Где я? Ого, куда это меня хрен унес? Мне нужно вон там. И плохо, что... Плохо, что вот здесь, внизу справа на мини-карте, хотя бы по кругу, как типа по компасу, не отсвечивает вот этот значок моего шалаша, чтобы я направление видел, куда мне идти. Вот это тоже нужно либо сверху сделать, либо, ну, там лучше на мини-карте. И мини-карта, не знаю, это она, ну, ориентация ее сделать, как в нормальных играх. А ну, зайдем в настройки. Игра. Иконки, прицел, полоса здоровья, набеги, средняя-средняя, графика, угол обзора от третьего лица. Давай мы, ну это у нас максимально практически уровень. Управление. Сбор, взаимодействовать, слот использовать быстро, движение. Спринт, ходьба, прыжок, переключить автобег, командование армией. Ну, у нас нет армии. Меню мира, следующее. Предыдущее, инвентарь, здание, атрибуты игрока, карта, управление городом, обзор армии, уведомления, кодекс. Это дерево развития, я так понимаю, tech-free. Призыв к оружию, обычный предыдущий, меню, увеличить мини-карту, уменьшить, подтвердить. Да, нету тут ничего, то, что нам интересно. Продолжить, хорошо, нам нужен, блин, один лен, ребята, один лен, построить шалаш, лечь спать. Ты лен? О, ты лен. Аллилуйя. Так, у нас, по-моему, шалашик в том направлении. Нет, вот в том, да? Блин, вот уже хочется, чтобы эту игрушку доделали, ну, привели в нормальное, более-менее играбельное состояние, подправили оптимизацию, вот этот вот вид от третьего лица. Ну, вот смотри, мне, вот я хочу, вот котиком огладили, да, вот как мне опустить камеру вниз? Ну, никак, мне небо показывает. Вид снизу, да, грубо говоря? Ну, все. Не-не-не, им по-любому нужно камеру опускать ниже. Это хрень полная. А так, так нравится, так прикольненько. Немножко с обучением поработать, потому что интуитивно не сразу далеко все становится понятно, как бы больше непонятно, чем понятно. Пока разберешься, вот пока мы разбирались, у нас стемнело с вами, да? Что опять? Еще палки. Да ёпта. Не, ну это хрень. Им надо по строительству что-то делать. Это хреново. Вот это бегаешь вокруг, ищешь, где, куда, что добавить надо. Одна точка где-то там, вот ее надо искать, понимаешь? Но это, о, аллилуйя, аллилуйя, личный шалаш, спать до утра. А так он у нас сразу с сундуком. Давай мы туда грибочки перекинем, канапельку нашу туда перекинем. А это что такое?
Испорченная еда. А, все-таки портится хрень какая-то, да? А ну-ка давай, ням. Что у нас? Вот эта ягодка портится, да? А почему я не могу больше съесть? Тихо, не гавкай. Так, лечь спать до утра. Давай, спит. Спит. Отлично, спит. День второй. 5 дней до зимы. В смысле, 5 дней до зимы? И чё? И всё потом? Так, потушили. Солнышко встаёт, тени поднимаются, тени опускаются. То есть они этому всё-таки уделили внимание. А ну, где восход? Я хочу восход посмотреть. Я хочу увидеть санрайз. Где наше солнышко? Вот там оно, да, встаёт. Ну, я понял, да, я понял. Солнышко встает, шалашик у нас есть, посидеть мы тут можем. Сундучок, а это что? Испорченная еда. Блин, а что она тут валяется? Она и в сундуке хавка портится, да? Я понял, нахрен. Выкинуть. И не совсем понятно, как работает эта съеденная еда. Ну вот, мы ее съели. Поселение, личный шалаш, назначено. Назначайте удаленное здание аванпосту, чтобы они могли функционировать независимо от вашего основного поселения. Так, ну хорошо. Первый день мы прожили, разобрались, шалашик построили. Лен собрали, деревяшки собрали, ягодки, грибочки собрали, даже конопельку собрали. Еда у нас некоторая попортилась. Мы должны пойти поговорить со старейшиной. Но это мы уже будем делать с вами либо на стриме, либо в следующей серии. Напишите в комментариях вообще, хотите вы эту игрушку дальше смотреть. Интересно, неинтересно. Мне, допустим, честно говоря, интересно. Не захотите, значит, я ее буду сам втихаря от вас проходить. Ну, в общем, еще раз повторюсь. Телеграм, подавайте запрос на вступление в группу, там вся будет инфа. Пишите ваше мнение по поводу конкретно этой игры. Пишите, какую игру хотели бы вы получить, какую купить и разыграть на стриме. Я выберу там несколько вариантов, да, и мы в Телеграме, в группе проголосуем. И на стриме разыграем ключик для активации в Стиме игрушки, которая вам понравится. Вот, ну, на сегодня, в общем, все. Спасибо за внимание, спасибо, что были с нами. Мира, добра, здоровья и счастья. Всем пока!